Заявление Гозмана о том, что СМЕРШ и СС – это похожие организации, абсолютно голословно и несправедливо. СМЕРШ – это даже не заградотряды, это не, так сказать, карательные органы. СМЕРШ был создан во время войны, до 1948 года он существовал. И занимался он на самом деле поиском шпионов, которые реально были и засылались. СМЕРШ занимался сепарацией тех, кто приходил из плена, тех, кто был в партизанских отрядах, кто побывал на вражеской территории. Реально очень много, так сказать, засылалось шпионов в Российскую Федерацию, тогда в Советский Союз. Заработали целые разведшколы против нас. И готовили среди предателей, среди власовцев, среди полицаев, готовили, находили людей, которые готовы были к диверсионной деятельности. И она действительно существовала, эта деятельность. Поэтому я считаю, что это несправедливое абсолютно обвинение. Ну и такие службы, конечно, необходимы. В 1948 году, когда необходимость такой службе уже отпала, и этот СМЕРШ был ликвидирован.